Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Джонни Паппет, а мы с вами продолжаем играть в игру Черная Меза. Черная Меза, которая вышла в 2020 году, ремейк Half-Life 1 1998 года. Ладно, погнали. Мы остановились с вами на том, что, в общем, мы уже добрались до реактивной шахты. Это у нас глава, по идее, пятая, если мне не изменяет память. Ну-ка, дайте я посмотрю, а то может она мне изменит. Шестая, да, реактивная шахта шестая. В общем, мы тут под вентилятором добрались до мы до вентиляшки, которую нужно было активировать. Так, аккуратненько. Я так и знал, что меня расплющит. Почему? Потому что надо было чуть раньше вылезти. Вот она включилась, и мы должны сделать это по-быстрому. Вот так. Оп. Да ёшкин-матрёшкин, что это за хрень? Почему именно когда начинаешь снимать, вот такая канитель происходит? Все, отлично, мы попали прямо в тот промежуток, который должны были попасть. Так, она сейчас будет дуть. Фишка в чем? Тут надо нам забраться на самый верх. На самый верх. Погнали. Сейчас. Потоком ветра. Мы должны улететь куда-то в самые не хочу верхушку. Вот, военные все-таки на нас нападают, говорят, ты такой сякой, и пятая, десятая. Тут, кстати, был такой большой челик, не челик в смысле, животинка с щупальцами, там чуть дальше. Так, ну, в общем, она уже дует, можно, в принципе, лететь. Еху! Полетели! По идее. Так, раз дырочка, я не знаю, в какую... О, нам вот в эту дырочку. Давайте вот в эту... Не, можно ради интереса, конечно, в другие понырять, но мы же не пойдем туда, куда нам не надо, да? А пойдем туда, куда нам надо. Оп. Отлично. Ой, как-то он перепрыгнул сам. Ну ладно, не пойдем туда. ХП у меня 30. Значит, нам все-таки сюда. Ёп-пау. Отлично. А, тихо, хэд крабик. Нет, даже не думай сюда прыгать. А! Мне мало хп, у меня 30 хп, уйди от меня. Знаем мы этих назойливых крабхедов, которые... Опа! Они больше всего раздражают. Получай. А вот. Так, это уже более интересно становится. Да, мы на другой стороне этого вентилятора. Так. Сейчас посмотрим, куда тут можно пойти. Здесь еще были ящики, которые я пропустил. Ага, тут у нас туалетная бумага. Ну да, туалетная бумага актуальна. Сейчас куда ни глянь, магазин. Ну да ладно, мы не будем затрагивать этот... О! Ты откуда взялся? Пошел сюда. Фак. Внимание, состояние здоровья. Дамажит очень больно. Где мой дробовик? Оп. Сейчас этот еще встанет, да? Дай. Еще хэдкраб. Ты должен был умереть. Шмяк. Ну? Who next? Может быть, здесь будет хп? Аптечечка. Пожалуйста, будь где-нибудь поближе. Вон там что-то есть, светится, но там у нас энергия светится. Оп. О! А-а-а! Тихо! Пошел в баню, у меня 13 хп, ты на меня решил прыгать, что ли? Ты что, неадекват? Вау. Аккуратно входим. Патрон для дробовичка нам пригодятся. ПКшка, ПКшник. ПКшник. 386-й, Пентиум. Все правильно, в те времена были такие компьютеры. Так, что-то я активировал. Ах! Пошла отсюда. Фу, хоть немножко защиты, немножко дефа себе взяли. Так, а что мы активировали? Бобины работают. Ага. Вот что мы активировали. Мы активировали не все, что нужно.
Нам надо еще вот эту штучку, оп, крутануть. Так, потекло, да? Ага, вот у нас фул хп. Давай, 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 восстанавливай. Отлично. Чики-бомбо не работает, все как надо. А что тут написано? Не готово, готово. Шахта, кислород, топливо. Это актуально. Самое лучшее это держать дробовичок на готове. Так, ну я даже готов вот так сделать. Сохраниться. Угу. Так, налево упадешь, хрен пойми, куда попадешь. Оп. Мы также добираемся, нам нужно... А, мы попали на самый верх. Мы что-то где-то открыли проход. Получается... Вот здесь вот. О, подождите, это, по-моему, выход. Надо разобраться будет. Я просто не помню. Мы сейчас посмотрим. Да, это выход. Вот этот тут животинка орёт. Она вон там орёт. Это мы туда поднялись, там обошли. И там спустились. Окей, по идее нам тогда... Не сюда. Надо вспомнить. Если нас пустят, то нас пустят. Да, вот эта фигонька, про которую говорил. Ну, наверное, ребята, я не сюда вернулся. Потому что C4 у меня нет, и обойти я навряд ли сюда смогу. Так, он там внизу еще есть проход. Но я боюсь, сюда мы... Давайте ради... Вот чисто ради эксперимента. Оп. Так. Ради эксперимента мы, конечно же, сходим. Быть нам вот так вот сделать, потому что C4 у меня нет, она мне закончилась. Видите, она агрится на меня. Ну-ка, эй, вот так вот что-то не робит. Ладно, если что, я вернусь сюда, сейчас пойду сбегаю в другое место, посмотрю, как тут. О! Надо прям в бошку целиться. Ага, все, да, все правильно, мы идем. Откройся. Нам нужно здесь что-то активировать. Да, все правильно, я иду. А шахта 3 электропитания не готова. Мы вышли на противоположную сторону, я все понял. Отлично, аптечечка, ты нам нужна. Такс. Здесь я еще ни разу не был. Загрузочка. Загрузочка, загрузочка, пока поем песенки. И двинемся вперед. О! Что вы там съели? Собачки. Спят. Сейчас вам будет. Простите, песики, ни хрена вас тут разнесло-то. Сели такие. Решили мы посидеть. Окей. Пизгаядочка, пизгаядочка. А мы обойдем все это. Эй! А! Ты что меня? А! Да, давай, гренами бросай! А, мне понравилось. Ну ладно.
Мне просто... А, вот, калаш. Ой, калаш, дробовичок, троечка. Иди отсюда. Иди отсюда. И ты иди отсюда. И ты тоже иди отсюда. Ну, благо тут хоть хп есть. Я могу, не буду перезагружаться и... переигрывать, поэтому... мы сейчас дадим... На, кушай. И ты кушай. Сейчас мы вот так вот сделаем. Кушай. Только не бросай. В смысле, она не будет взрываться? Ну-ка, сейчас мы... дробовичок возьмем. А это что за херь меня плюнул? Ты откуда тут взялась-то? Йоу! 22 хп. Экстремал. Поигрался. У нас все засался. Эти баночки, они... вот эти бочечки, они какие-то бесполезные. Ладно, ну мы же выживем так, правда? Мы же профи. Стой, тут есть еще что-нибудь? А, тут есть еще, мы сейчас... дососем. Верните лифт! Шмяк. Забирай. А лифт приедет обратно? Вам чувствую, все-таки мне придется переигрывать. Вернись! Лифт! Ребят, я решил перезагрузить! Химическая опасность. Сохранение. Вот, и Грену можешь? Блин. Хотел Грену дать. О, господи. Короче, да, я заново решил пройти. Пёс! Только сделай что-нибудь. Я заново решил пройти. Сейчас мы по фасту пройдем еще разочек. Вот там это крикозябло, которым бросается меня всякой штукой. Шмяк, шмяк. Ей одну гранаты мало было, вы представляете? Ей было одну гранаты мало. 5%. Энергия 60%. Сейчас лифт все-таки должен приехать, правильно? Да, едет. О, привет. Мне интересно. Пес, тебя засосет хоть кто-нибудь, нет? Блин, они как-то заспавнились прям не в том месте. Катится. Приехали? Что, поломался? Ну? Можешь сохранить на всякий случай? Эй! А, Бася! Ёперная аккордеонистка, музыкантка, вы прикололись, да? Что-то тут пошло не так! Я еще сохранился в таком месте, ребят. Надо было... может быть, наверх запрыгнуть лифта и катиться. Так, попытка. Не пытка. Короче, удалось мне спрыгнуть, вот сюда запрыгнуть, потому что дальше я уже... О, привет!
Я надеюсь, никто не ждет, что я пойду и запущу генератор. Я жду. Чел, это ясен хрен, что он не вернется. Запускай там все шарманки, давай генератор. А я пошел. В общем, все правильно мы сделали. Надо было просто аккуратненько попасть вот на эту часть. Даже не могу себе представить худшей ситуации, чем этот. Чел, я согласен. То, что мы начали делать, это ошибка производства нашей лаборатории. Так, а тут взрывающий ящик. Как бы нам бы так бы сделать-то, а? Очистка. Ёперная! Не падай! Шахта 0-3. А, ну ты же здесь, да? Ну давай, бери меня тогда сюда. Забирай меня скорей. И... Так, и куда? Нет, я думал, она куда-нибудь нас сможет... Я неправильно сделал, я думал, просто она куда-нибудь нас может тпшнуть. Но она нас не тпшнула. Ну да ладно. Какую-то ерунду сказал, да? Сейчас мы все почистим, починим, запустим, пофиксим. Так что 13 хп, ребята, это хардкор. Тут везде все валяется. О, привет. С места, пока ситуация не улучшится. Хорошо. И никому не говори, что я здесь. Чела, как ты выживешь? Тебе поесть надо, тебе одна кружечка только. С едой. Ну ладно, окей, мэн. Я нажал кнопочку. Все, система заработала. Блин, ну Моник, как у меня был раньше. Вы что, серьезно думаете, что эти существа собрались здесь, чтобы пообедать нами? Да, пообедать нами. Так, теперь нам надо включить вот с этой стороны. А, ты хочешь меня на генератор отправить? Простите, простите, ребят. Ладно, сейчас мы дойдем до этого места без ошибок и полностью с ХП фул. Так, ребят, ну все, в принципе, все получилось так, как мы хотели. О, так а там эта хреновинка. Сейчас мы ее попробуем оттуда. Вытащить? Ага, отлично. Кнопочка гори. Тут все минус, минус, минус. Все? Питание заработало? А, тихо, не падай только. Ага, еще не работает, да? Почему? Ты слышал это? Да. Я слышал все, чел. Мне пришлось бросить их. Они были обувь. Ага, все, начинает вращаться, окей. Так, ну нам бы, по идее, отсюда свалить. Угу. И уносит меня, и уносит меня. Три белых коня. Эй, Вася. А, ты хрень. Скафандр поврежден. Затвор автоматический. Можно разнесу? Правильно! Правильно я сделал! Чё-то там их до хрена, ребят. Ну, давай, открывайся. Хундай. Тихо. О, вертигошка, да? Ага, вертигошка, ну у нас патронов-то не так много. Но если ты подойдешь поближе, это будет лучше. О,
речь Вортигонта. Ну, камон, мэн. Да ты... Достал, так резко дергаться. Типа крейсер, что ли? Так, осталось совсем джи-джуди. Эта хрень не работает, понятно. Идем дальше. Питание подали, 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 подали. Кто-то восстановил питание. Это я. Мы сразу же запустим двигатель. Ну, запускай уже шарманку свою. Один хрен, лифт не работает. Так, а вы мне предлагаете залезть наверх по самую не хочу, да? Ладно, давайте. Полезли обратно наверх. Интересно, мы выберемся в этой серии из этой шахты или нет? Я думаю, что выберемся. У нас даже тут фулл хп есть, вообще офигенно. Так, еще. Вообще, я правильно пошел или нет? Я уже начинаю просто ошибаться. Так, ну вроде бы все готово, если я правильно понимаю. Мы все восстановили, везде электричество есть. По идее, нам нужно порубить эту всю канителечку, чтобы вот эту штуку разнесло в хлам. Если я правильно понимаю. Правильно? И нам сейчас надо пробраться... Наверное, на самый верх. Дурацкие лестницы. Чики-бомбони. Второй этаж. Да ёб. А тут лестницы-то нет. А вот. Даже что-то взяли. Вот лестница. Мы это сделали, ребят. Так, а правильно... Нам, по идее, вот туда надо, да? Тут даже музончик такой врубился. Да, вот сюда нам надо. Опа! Ну? Файер! Его просто ядерная... Я не знаю, это ядерная, атомная. Хрен его поймешь. Но мы получили дозу радиации. Ну, мы хотя защищены, наш костюмчик. Но минус! Слушайте, вот эти заборчики на какие-то скелетики. Ну, похоже, это правда. Если можно ранить, можно и убить. Да. Минус. Минус этот большой краб. Хед краб, я не знаю, что это. Мы молодцы, ребят. Мы сделали это. Мы уничтожили эту вонючку. Как еще назвать? Да, да. И теперь мы можем спуститься вниз. Ху-ху. На скелетики похоже, да? На кости. Что это такое? Ой, это чьё-то запчасть. Ладно, идем дальше. Так, а я откуда пришел? Ага, я тут пришел. Окей. Такс. Вот это чудовище тут и было. Ууу, как там глубоко. Спускаемся? Спускаемся. Что ж делать? Говорю, здесь лестницы такие, игры 90-х. То есть проходишь мимо лестниц, она автоматически тебя цепляет и тащит наверх. Ну, то есть, как бы, ты поднимаешься, если ты рядышком пробежал, рядом с ней, она автоматически начинает тебя... ты на ней, типа, подниматься вверх начинаешь. Вот. Поэтому... Так, а куда бы нам спрыгнуть? В воду? Здесь она чистая. Вау, вот нам дали и револьверчик. И вот это, да? Наконец-то. Давно надо было дать нам. Тут его ошметки. Это вот эта хренотень. Тут размножалась сама по себе, не знаю, расплодилась. И... Так, нам надо вообще наверх залезть, потому что тут все закрыто.
Так, мы во внутреннем... Во внешнем радиусе этого круга, скажем. Да, мы нашли выход. Нашли выход. Нас опять дали... вернее, нас решили снабдить патронами для дробовичка, да? О, какой водоворот событий радиационный. Так, и куда мы пойдем? Ну, я хочу вот сюда пойти. Почему сюда? Потому что тут... Потому что тут круто и весело. Так, сначала вот так вот сделать, а потом вот так. А-а-а! Фак! Хотел туда запрыгнуть. О! Ну? Что-то будет, наверное, очень... жесткая битва, как я понимаю, да? Что-то нас решили прям снабдить фулл хп, фулл защитой. Поэтому такие вот подарочки. Тут все закрыто. Так, а там у нас что? Там тоже красненько закрыто. Я не знаю, просто пока гуляю, хочу посмотреть, как у нас дела вообще обстоят. А в целом... Ну, думаю, я на правильном пути. Да, на правильном пути. Опа. Зараженная зона. Так, что мы толкаем? Подождите, надо посмотреть, что мы вообще... А, мы вот этот... Я понял. Может, типа кран. Ну? Где сюда? Так, и что нам не дает-то? Она как-то работает с перебоями. Сейчас посмотрим. А, блин, я так и знал. Вот как и чувствовал. Сейчас какая-нибудь... А, выпрыгнет. Чудо... Юда, блин. Только в наушниках так слышно. Шмяк. Ага. Так, ладно. Эй! Я хочу наверх. Давай, 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 давай. Сюда, 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 сюда. А, это все максимум на то, что на что ты способна? Нет, надо просто задержать. Не отпускать. Вот. Молодец. Отлично. Теперь... Блин, отлипни ты от этой лестницы! Оп. Оп. Надо быть наготове, потому что в таких норках любят быть и хэд-крабики. Хэд-крабики! Оу! Что-то вылез... О, господи! Я даже не шевелюсь. Так, я бежал, бежал. А, отвалился кусок трубы. Элементарно. А, ты... Ты... Чучело. Как я ее? Аж на сам не понял как, но это было заманчиво. Мне понравился такой хедшот, попадание. Это, знаете, что мне напомнило? Когда я убивал тоже хэдкрабов, когда попал в голову чувака. Я не знаю, вот я вам серьезно скажу, я вот это был выстрел чисто как-то интуитивно, я даже не видел, куда целился толком. Как-то вот раз, вот так вот, хоп, интуитивно. О, мин. Что это за звук был? Протирал стекло. Стекло. О-о-о! Ребята. У нас гости.
Надо в беретиках заваливать. Они просто самые охреневшие. Ух ты! Ага! Ёп! Оп! Иди сюда! Ауч! Ни хрена себе ты! Энтузиаст! Слушай, а ты сюда не достреливаешь, да? Я вот понятия не имею, я правильно ли делаю? Или тебе пистолетом не возьмешь? Револьверчиком. Ладно. И что, ты долго тут парить собрался? Может, ты свалишь отсюда? Шел отсюда. О, грены берут его. Реально он это охренел. Я сейчас все грены на тебя потрачу. Ну? Что-то охреневший типок. Я не знаю, ну. Мне твой пожар. Это, конечно, мне кажется, это баг, потому что... Вот ради интереса, смотрите, я сейчас сделаю так. Оп-о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 п. Мне надо, знаете, было когда туда влезть, когда... Эти телики воевали, потому что сейчас мне нереально туда пройти, наверное. Тут дверь закрыта. Да, меня просто пожарит. Или просто вот так вот взять, бросить грену, раз, два. Да, нереально. Давайте все-таки, ребят, наверное... Компания загрузить. Вот. Потому что я так ничего не смогу сделать. Дай пройду, дай. А-та-та-та-та. Даже можно на ту сторону было пробежать. А! Фак, нет. Подожгли в хлам. А может вообще не надо было ставить растяжку туда? Вертигон! Ты что такое хита? Слишком хпшный. Вертигон. Ну-ка. Ты здесь? Да, вон он ходит. Блин. Да блин! Это же глупость, глупость! Зато забавная глупость. Не буду тратить. Ваши уклонения, вы, боксеры. Когда мне по барабану вообще, понимаете? О, здоров. Господи, вы не представляете, насколько вы были близки, чтобы отключить двигатель между вас. Слушайте, мистер. Парень, мистер. Можете включить питание. Этот поезд отвезет вас на поверхность. Да. Я бы сам попытался, но до генераторной путь не близкий. И здесь эти твари на путях. Хорошо, хорошо. Сейчас, чел, мы починим. Починим, восстановим, все, сделаем все как надо. Сесурити Дор. А вот это чудо-рыбакит. Глупышка. Ни хрена себе. Тахометр. Термометр. Не хочу. Так, нам надо включить, да? Там вот эти козявочки, идите сюда. Ааа, ты прикал!
Fuck. Оп. Оп. Изи. Давай, оставляй 6 патронов-то. Ну, первый. А, ты сразу 6 засунул. Ну, ты крут. Слушай, хороший прицел. Мне нравится прицел такой желтенький. Вот прям как у револьверчика. Хотя не. Мне он уже не нравится. Закрыто. А! У меня гвены есть, 10 штук. Все-таки продамажил. Всех разнесло или нет? Видимо, всех. О, хпшечка. Ну, ребят, я думаю, продолжим уже в следующей серии. Это, кстати, у нас новая глава. Сейчас мы посмотрим. Это у нас энергия. Глава энергия. Вы были на канале Джонни Паппет. Не забудьте написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. По возможности поделитесь этим видосиком. Есть кнопочка поделиться. Ребят, ну поактивнее, пожалуйста, поделитесь. Вот. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Нажмите колокольчик. И все. Я убежал. Мы увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. You got